Это горел сейчас. Да, вот ты, выкачивай. Футболка загорелась. Сейчас мы выйдем. Вот там потушите, что-то да, там двигается. Стой. Скорую вызываю, у тебя ожоги второй степени уже. Вызовите скорую. Скоро, скажи, есть урок. Значит, с вечера она быстрее приедет. От ударной волны, может, что-то повредилось. Да нет, да тихо, тихо. Это просто это, загорелось. Это. Не трогай, не трогай. Это... Загорелась просто футболка, я ее быстро снял. Я понимаю, поэтому говорю, не трогай сейчас их. А то еще дольше будет заживать потом. Вы это не трогайте ему спину. Ничего, сейчас приедут, помажут специальной мазью. Сейчас приедет скоро, приедет это. Это же горит нечего. Это что? Блин, забак тоже. Стоп. А, тут забак стрелял, да? Ну, кажется, даже. Потому что люк тоже, погорел. Да. Шлема снята, главное. Все остальное ерунда. За двором улетело что-то. Или баллон, или что? Кусок металла отлетел.